перемирие, оно не просто возможно или невозможно, оно необходимо. И шанс есть всегда, пока человек жив, есть шанс что-то изменить. Прежде всего, я считаю, что перемирие необходимо в голове у тех людей, которые это творят. И за каждую жертву, поверьте, вам, вашим детям и всей Вселенной придется расплачиваться еще долгие годы. И то, что вы отмываете деньги и на данном этапе поступаете как эгоисты и наплевать на все, поверьте, счастливее вас это не сделает.